От чаирийцев в адрес ведущей партии поступило около 300 писем. Половина из них нашли положительное решение. Это один из главных показателей работы членов района филиала партии. На сегодня в рядах партии Нур-Отан свыше 6 тысяч жителей района. Действует 30 первичных организаций. На торжественном собрании по итогам года филиал партии отметил самых активных своих членов. За вклад в социально-экономическое развитие района ряд партийцев был удостоен благодарственных писем. Внимание уделяем рядовым членам. Последние годы работаем над расширением наших рядов, но мы уделяем также внимание качеству состава. Как результат, у нас активная молодежь. Все очень активно работают. Своих партийцев и работников филиала поддерживаем, хотя мы на заслуженном отдыхе, но мы тоже стремимся помогать, делимся опытом. Ширятся ряды партии. Еще 10 шиелицев, представители разных сфер, получили партбилеты. Они намерены в рядах ведущей партии страны принимать участие в реализации масштабных проектов и программ.